Всем привет! Меня зовут Роман Сакутин и сегодня у нас очень интересное видео. Во-первых, вы впервые видите не мое лицо, а мои руки. А какая предыстория? Раньше было модно, чтобы программисты писали на собеседованиях код ручками. А, то есть на бумаге, без там, IntelliSense, без подсветки и так далее. И очень много было статей на технических ресурсах, где критиковали этот подход к собеседованию разработчиков. И я тоже не всегда понимал, зачем это, и до сих пор не понимаю, но в целом челлендж, что настоящий программист должен писать код там руками, долотом на скалах высекать, он, ну, мне кажется, интересен. И сейчас, насколько я знаю, уже такая практика на собеседованиях не практикуется, но просто just for fun я попробую сегодня пописать код руками. Я ни разу этого не делал, ну, именно в каких-то больших количествах. Давно-давно, когда учился в школе, учился программировать сам, я любил на уроках на задней парте тихонечко сидеть, писать код на Python, насколько я помню, руками. С тех пор прошло много лет, и я так этот навык и не улучшил. Давайте попробуем на C Sharp и на данный момент написать какую-нибудь программу на ну на C# консольную а, с выводом в консоль сообщения просто чтобы понять а, насколько я пишу у меня нет никаких программ на компьютере мной сейчас компьютер там звук пишется но это на верочку я на самом деле мне самому интересно получится мне или нет а, давайте начнем итак я точно знаю что для начала нам нужно начать с оператора using не обращайте внимание на мой как бы это сказать, почерк, потому что я два года оставался в восьмом классе и так ушел. К слову, это using, он не оператор, это директива, он включает нам, соответственно, пространство имен из библиотеки Mascot но ну, окей. Так, дальше у нас, насколько помню, консольная программа размещается в классе Program. Это не обязательно, чтобы он назывался Program, но в целом, в целом, я думаю... Кстати, программ вроде с одной M пишется. И вот самое опасное, это фигурные скобки. Когда я пишу в редакторе кода, я открываю фигурную скобочку, пишу между ней, закрываю, и потом могу еще дописывать. А здесь нужно быть аккуратным. Если ты что-то не допишешь, ты потом не сможешь расширить. Окей. Далее нам нужно метод main, в котором программа зайдет, начнет свое выполнение. Я его задекларирую через модификатор private. Он статик, он у меня будет, да? И, соответственно, будет void. И вот код уже поплыл уже в какую-то сторону. Я пишу неправильно. А, окей, это будет void. Ничего он у меня возвращать не будет. И назовем его main. Соответственно, тут еще можно указывать а, массив в а, параметр массив аргумент командной строки, но он нам не нужен, потому что, потому что, кстати, я тут еще накосячил. У меня фигурная скобка не с новой строки. Окей. Дальше я хочу вывести в консоль. Я напишу cancel, WriteLine. Нам бы еще, мы еще будем с вами, попробуем этот код запустить в Visual Studio, чтобы проверить, сколько ошибок я совершил. Это, функция, ну, это метод двойные кавычки, hello. Двойные закрываются, точка запятой. Закрываем а, метод main и закрываем класс program. Итак, у нас получился вот такой вот а, hello world кривой косой, но работать должен. Еще я, я написал на двух бумагах. Я... Программа загадка, ребус. То есть, знаете, как заказчику, которому, который заказал у вас код, отправлять не весь код, а вот написать его на разных бумагах и по бумажке отправлять, чтобы когда он полностью оплатил он мог собрать программу, как пазл. Забавно получилось. Но вот так на первый взгляд, мне кажется, здесь у нас ошибок нет, потому что. Ну, программа сама по себе простая, но давайте в, по, в конце видео я покажу все, что мы сегодня понаписываем с вами а, в, а, в Visual Studio. Меняем листочек Мерс, а, дайте мне новый лист, сестра. А что же давайте напишем далее? А, я думаю, мы будем с вами опускать вот это вот класс программ Static Main. А сразу писать вот здесь, как бы, мы листок бумаги. Это вот у меня будет условно метод uh, main, да, в точку входа. Еще бы хотелось, конечно, код в Unity пописать. Uh, если интересно, <laughs> можем продолжить этот челлендж. Ну, окей, окей, окей. Так, что же мы тут напишем? Uh, давайте программку, которая... Uh, По-хорошему нам нужно колесо, колесо фортуны. Да, ты его крутишь, он тебе выдает задачу, и uh, ты ее пытаешься решить. Давайте код в Unity. Uh, мне нужен компонент, который вот у нас классическая на курсах, например, задача первичная в Unity, это чтобы можно было задать а, эти точки маршрута, waypoints, и потом по ним со, а, переходит персонаж. То есть этот компонент крепится на объект, ему в массив задаются маршрутные точки и а в дальнейшем он двигается между ними. Вот тут уже посложнее, нужно вспоминать различные штуки. Ну, сначала у меня будет класс, который наследует MonoBehaver, это мы опустим, здесь будем как бы сразу писать. Ну, я начну, собственно, с определения поля, в котором у меня будут храниться маршрутные точки. Может, лист еще, кстати, прямее как-то положить. Это у меня будет Serialize Field. Нет, да, это будет Serialize Field атрибут. Realize. Блять, как же пишется, сколько сложно то <laughs> без подсказок. Я его ни разу не писал полностью, у меня всегда через IntelliSense. А и field. Окей, закрываем. Это у нас был атрибут. Дальше мы модификатор доступа. Пишем private. Private. И что мне нужно? Как я буду хранить точки? Ну, удобнее всего, и будет через редактор. На 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 назначать массив. Unity позволяет. Это будет соответственно у меня тип Transform с большой буковки transform. Далее квадратные указывают, что мне именно массив. И а, мы назовем это поле path, путь с нижнего подчеркивания. Да? стилистика есть стилистика, path, путь и точка запятой. А далее, что у меня будет? В принципе, я думаю, это все из полей, мне больше ничего не надо. Нет, мне нужно еще одно поле private не serialized field, которое будет а, некая некое текущее Текущая точка, к которой я двигаюсь. Это будет опять-таки private, и ее буду обозначать через int. То есть это будет именно индекс в массиве. И назовем его опять с нижнего подчеркивания: current, current point. Можно еще для а, удобства определить. По умолчанию сделай минус 1. Вот это, кстати, опасно, потому что если захочу переделать, я потом минус один не поменяю. Что мы еще можем сделать? Ну, я бы сейчас не, не уверен, что мне надо, но можно свойство бахнуть, потому что у меня потом места может не хватить. Свойства текущего трансформа, вот, потому что это вот интушка, она неудобная в использовании. Гораздо удобнее мне в дальнейшем будет работать с вот таким вот свойством. Private Transform. То есть у нас сейчас current point хранится в инте, но понятно, что int нам нужен только для переключения, а теку... получать доступ к текущему удобно как к transform. Я сразу его бахну, это уже будет свойство, да? form, без ошибочек попробуем, transform, назовем это опять-таки... Вот тут, вот тут вот нужно добавить индекс, но у меня индекс не поместится. А сокращение я не люблю. Поэтому здесь мы немножко схитрим, как бы это назвать-то это. Потому что это current point, но это current point index. А вот это уже current point в данном случае будет. Давайте попробуем вписать так. Индекс. Тихонечко так. Оп, не влазя, да? Оп, получилось. Поместилось. Current point. Кстати, свойства у нас по нотации, если мы делаем свойства, даже если не private, они все равно с большой буквы будут, поэтому тут индекс не нужен. Можно как-то за маску дать, Дайте за маску. Поэтому ну, тут с большой буквы она бы сделалась без нижнего подчеркивания. И соответственно через лямбда определитель я бы сделал вот так. Берем спав, точку под current point point. Уф, уф, точка запятой. Далее, апдейт. Как же мы его реализуем? Вам видно, кстати? Да, должно быть. У меня камера прям перед лицом. Знаете, если вас интересовал вопрос, как всякие анбоксеры а, раскрывают в руках, это сложно, потому что камера прям перед лицом, и вы как-то так заглядываете. У меня сейчас жутко болит поясница, потому что я как, не знаю, а, сурикат, который хочет секса, пытаюсь вот так вот весь выкрутиться. У меня очень плохо получается. Uh, ну давайте дальше, что у нас private uh, void. Ну мы определяем сейчас update void update update. Вот так вот, будем экономить место да? определим здесь открывающийся Соответственно, как у нас будет алгоритм действовать? Uh, двигаемся в сторону. Uh, Current Point, а когда достигаем ее, увеличим Current Point, если Current Point выходит за запав, кидаем ее в ноль. И кстати, да, вот здесь все-таки нам Current Point изначально нужно делать нулем. Я вот прям перепишу даже. Как мы будем двигаться? Соответственно, у нас Transform. Position. Наша текущая позиция. Будет равняться. А, есть вроде у вектор 3 метод move towards, то есть движение от какой-то точки к другой по дельте. А, соответственно, у нас как будет? Как это все записывается? Вектор 3. Вектор 3.move. Вот опять, вот я вот сбоку сижу, у меня код туда вверх уходит. Uh, MoveTowards. С большой буквы здесь. Towards. И, соответственно, изначально, то есть мой текущий transform position. Я не помещаюсь. Ну, кстати, по синтексу я могу здесь без проблем я могу тут вот так написать. Опять повторить, Transform Position. Вот, без, вот тут помогает под, вот автодополнение. Потому что, когда ты пишешь одно и то же по несколько раз, это очень сильно заебывает. А в автодополнении ты набираешь. Что тебе надо, и оно дополняется. Я хочу из transform position двигаться к current point. Current point. Запятая. И мне дельта нужна time, дельта time. Это будет достаточно медленно, но это будет двигаться. Time. А, и там свойство с Unity с маленькой буквы начинается почему-то. Что, кстати, не совсем правильно. Ну, это Unity, да, часто апеллируют, а вот Unity, так, знаешь, так правильно. Нет, так неправильно, В Unity много чего неправильно сделано. А, соответственно, дальше у нас идет проверочка через оператор if, это маленькая буква, что если у нас transform position, я бы хотел сократить, я бы не хотел писать transform position, я бы хотел tp, просто tp. Давайте сократим tp. Нет, нет, нельзя сокращать, это уже будет псевдокод, это нечестно нам нужно страдать. Вот ревьюшеры, вот HR решили, что программисты должны страдать не только на работе, но и на собеседовании. Поэтому они всю эту ерунду должны писать ручками, уметь писать, практиковать. Вот он едет в метро, а на телефоне уже неудобно программировать, поэтому он должен страдать. Соответственно, если нам... А вот тут я уже ошибку допустил, потому что current point у нас в типе transform, нам нужно здесь также position добавить. Position. Хотя можно было бы, кстати, и Uh, здесь сделать не трансформа а вектор 3. И вот тут у нас уже будет запятая. Вот эти каракули потом переносить на код. Окей, okay, transform position, и если равняется uh, current point point position то мы делаем что? Мы правильно uh, вот эту вот переменную вот это поле увеличим на единицу. А сделаем мы это следующим образом. Мы опять-таки определим многострочный if, а увеличим на единичку. Плюс-плюс сделаем, точка запятой. И если у нас эта штука вышла за границу, то мы ее У... то мы, соответственно, ее делаем в ноль обратно. Current point стала, а если она больше или равна path length, то есть линия нашего пути, а, с большой буквы, да, length, Link... то мы current point ставим в ноль. тут ты я забыл. 0. Однострочное определение, многострочное определение. Закрываю здесь фигурную скобку и апдейт закрываю фигурную скобку где посередине вот здесь вот. А, код готов. Какая, блядь, красотища. Божечки, это же Дева Мария. Нет, это просто нолик я нарисовал. И каракулька. Ну что же, получилось вот так. Давайте попробуем вбить это в Visual Studio и посмотреть. Наверное, это будет просто в конце а, два Скриншотик сейчас у нас будет с Visual Studio с подсветкой ошибок. Есть там ошибки или нет?